До наступления нового 2018 года осталось совсем немного. И большинство граждан республики спешат приобрести продукты к праздничному столу, а также подарки своим родным и близким. Как нельзя кстати, 29 и 30 декабря свои двери гостеприимно распахнули два новых магазина торговой сети «Геркулес Молоко» в Харцизске и в Кировском. Невзирая на пасмурную погоду, на открытие собралось большое количество людей. Для каждого посетителя сотрудники магазина подготовили розыгрыш призов, акций и скидки. На мероприятии все детки вместе со своими родителями могли сделать себе оригинальный аквагрим, развлекаться с мыльными пузырями. Самые маленькие гости водили хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой. Кроме того, все дети получили приятные подарки в виде воздушных шаров и конфет. Геркулес Молоко – стремительно развивающаяся торговая сеть, которая ежедневно радует своих покупателей приятными ценами, выгодными акциями и приветливым персоналом. На прилавках этих магазинов можно найти продукцию собственных торговых марок «Геркулес», которая отмечена желтыми ценниками и продается по специальной, выгодной цене. И это не только молочная и мясная продукция, но и полуфабрикаты, консервы, а также разнообразные кондитерские изделия. Мы рады сообщить вам об открытии нового фирменного магазина сети «Геркулес Молоко» в городе Кировское, которое так долго ждали мы и жители нашего города. Это яркий, жизнерадостный и уютный магазин. Прежде всего, это фирменный магазин компании «Геркулес». В нашем магазине на ежедневной основе проходят ценовые акции. Кроме нашей продукции, вы также можете найти широкий ассортимент продуктов наших партнеров. Здесь вы найдете все, что вам необходимо для ежедневной покупки. Приходите к нам, мы будем рады вас очень видеть. Уважаемые жители и гости города Харцизска, хотим вас поприветствовать в новом открытом магазине сети «Геркулес Молоко», в котором широко представлены молочные товары фирмы «Геркулес», замороженная продукция фирмы «Геркулес», также колбасные изделия таких торговых марок, как «Панфазан». Будем рады видеть вас как постоянными покупателями в нашем магазине, стараться выполнять все требования и стандарты, соответствовать высокому уровню обслуживания. Также хотелось бы всех поздравить с наступающим Новым годом, Рождеством, пожелать всем мира, добра и благополучия. Приходите к нам! Самое приятное, что здесь можно приобрести все необходимые продукты к праздничному столу и даже больше. Ребят, вы, я смотрю, выбрали подарок для себя или для кого? Расскажите. Для сестры. Для нашей сестры. Ну а почему именно здесь? Цены вам понравились или почему здесь решили купить? Ну, как бы открылся магазин, то есть можно прийти, сделать покупку, обрадовать магазинчик. Ну да, вот. Хороший подарок за хорошую цену. Ну да. Привет, как тебя зовут? Аврора. Аврора, какое имя красивое. Ты конфет набрала себе сегодня? Да. Каких? Всех. Ты любишь конфеты? Очень. Ну, а как тебе здесь ассортимент? Классный. Очень приятно, что в нашем городе наконец открываются новые магазины. Есть возможность по акциям купить продукты. Скажите, вы уже с ценами ознакомились? Да, я ознакомилась с ценами, приобрела по акциям продукты. Большое спасибо. В новых магазинах «Геркулес Молоко» представлен широкий ассортимент товаров, молочная продукция, рыбы, консервы, полуфабрикаты, кондитерские, мясные и хлебобулочные изделия. Пестрят разнообразием также полки с напитками и соками. И как же без мнения самых дотошных и придирчивых покупателей среднего пенсионного возраста? Очень хорошо, замечательно все. Я очень довольная. И все, и новогоднее настроение, все хорошо, замечательно. Что купили? Что купила? И конфеты, к мандарин всего. И пальчик на салат. Все. Цены нормальные. Будете сюда ходить? Конечно, куда же я буду ходить? Подготовка к встрече Нового года всегда приятный и кропотливый процесс. Нужно все купить и ни о ком не забыть. Но как бы там ни было, в ожидании сказочного и волшебного праздника люди становятся чуточку добрее. Им непременно хочется подарить хорошее настроение окружающим и поздравить их с наступающим Новым годом. В конце мероприятия каждый покупатель смог принять участие в розыгрыше призов, оставив свой чек в лототроне. Получить бесплатное молоко, сметану или ряженку могли все те, кто принял участие в акции. В этот день все посетители магазина получили заряд положительных эмоций и отличное настроение к Новому году. И, конечно, не обошлось без Дедушки Мороза, который поздравил всех посетителей магазина и телезрителей. Ох-ох-ох! Всем здравствуйте! Рад, что смотрите меня. В этом году у меня было то, чего еще в жизни не было.
был на открытии магазина. Открывали магазины «Геркулес молоко». Было очень весело. Танцевали очень много, особенно с детишками. Всем спасибо, кто приходил, потому что я много двигался. А движение – это жизнь. Всем вам спасибо. И, конечно, пользуясь случаем, хотелось бы поздравить всех с наступающим Новым годом. И пожелать, чтобы наступающий год был самым лучшим в вашей жизни. И, конечно же, дай Бог, чтобы в новом году наступил долгожданный мир. С праздником вас, дорогие зрители! Дмитрий Зиньковский, Илья Летодянь, Владислав Лем, Новороссия ТВ.